Добрый день, дорогие дачники! Хочу вам рассказать, как я устанавливал печь в своей баньке. Вот, значит, это у меня печка, она в магазине, покупал магазинная. Обложенная кирпичом. Вокруг печки, значит, вот здесь в швах, ну, вокруг я проложил базальтовую вату. Для чего она нужна, базальтовая вата? Ну, чтобы меньше грелся кирпич, меньше нагревался. Ну, в принципе, можно, если хотите, чтобы было здесь тепло и жарко, можно не делать, не прокладывать вот эту базальтовую вату. Можно просто таким же вот цементом вот зацементировать, тогда кирпич будет греться. Ну, я, так сказать, в целях безопасности, чтобы меньше грелась деревянные вот эти конструкции, я проложил базальтовую вату. И когда печь топишь, вот этот кирпич, вот он чуть теплый, не нагревается, так можно сказать. Вот это жерло моей печки. Так, идем дальше, значит, смотрим. Мойка. Здесь я обложил тоже смоечная, она у меня обложена кирпичом. И идем внутри, тоже внутри тоже все обложено кирпичом, внизу тоже кирпич керамзит. Вот здесь, значит, от кожуха вот здесь вот, ну, буквально 15 сантиметров вот здесь у меня обшивка липовая. И от дерева до обшивки печи 15 сантиметров. Сбоку здесь побольше, здесь 20 сантиметров. Ну, а до самой печки здесь, где до самого котла здесь вот где-то 30 получается. И здесь получается где-то 25. Ну так, печь нагревала очень сильно, до 110 температуру нагонял в парилке, до 110, и не было никаких проблем. Вот, ничего не грелось, кирпичи, которые обложены вокруг печки, они были все чуть теплые. Вот. Внизу, значит, у меня сэндвич такой сделан. Вот здесь, наверное, будет не видно. Мы попробуем отобразить. Здесь вот такая подушка. Сначала идет оцинкованный лист, ложил на оцинкованный, ну, по периметру вот этой всей печки оцинкованный лист. Потом идет базальтовая вата, потом идет асбест, толщина 10 миллиметров, вот. Потом идет стяжка, терракотовая смесь, ну, на основе цемента, там терракотовый, как она называется, там жаропрочная смесь, вот. И потом стяжка цементная, насыпан керамзит, ну, вокруг обложено вот так вот кирпичом. Вот это я специально плинтус открутил, чтобы показать здесь вот, какая подушка у меня здесь. Полы не нагреваются.
выдерживает вес свободно, лаги через 40 сантиметров. Вот. Стоит печь на деревянном полу. И ничего не трескается. Ничего, все нормально. Даже на печи есть. Ну, загрузил камни. Они очень тяжелые. Где-то здесь около 100 килограмм. Наверное, примерно так. Вот. Труба, значит, у меня идет. Одна вот идет нержавейка узкая. И потом сэндвич пошел через крышу. Здесь вот под вот этим вот коробом у меня здесь вот базальтовая вата. Вот. И потом она выходит на крышу. Там короб. Сейчас я вам покажу, как там у меня сделано.